Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про обновление бонового магазина и премтанков за голду в ветках развития. Патч выходит 17 января, чуть меньше недели осталось на то, чтобы обратить внимание на эти танки и, возможно, что-то купить перед тем, как их уберут. Итак, что касаемо бонового магазина, убирают 4 льготных прем-восьмерки, каждая из которых интересная, и плохой ее назвать откровенно нельзя. КВ-5, ИС-6Ч, Т-34-3, ВЗ-111, Альпин Тигр. Каждый из этих льготных танков чем-то интересен. На канале есть стримы и видосы по ним. 3 отметки на каждом из них взяты. Можете посмотреть и понять, почему они интересны. Никакой из этих танков плохим назвать я не могу. Каждый из них обладает своими особенностями. Но вот что вместо них добавляют. Пантера 8.8 за 8000 бон. Это танк, который устарел уже, не знаю, лет 5 точно. Вообще на нем даже никто в рандоме не играет. Я его не видел несколько лет вообще ни разу в бою. Это уже говорит о том, что танк супер слабый и, ну, он вообще никакой. Е-75ТС — это единственный из новых танков за боны, который может заинтересовать. Там и пушка хорошая, и какая-то броня есть. Единственный минус — это то, что уязвимые зоны все-таки есть, их немало, и танк очень большой. Танк имбой назвать нельзя, но и плохим тоже. Это единственный нормальный танк из новых забоны. Т-25 пилот номер 1 тоже очень слабый танк, и слабый он уже давно, поэтому обращать на него внимание свое не надо. 59 Паттон тоже один из самых слабых танков. Да, у него там есть какая-то броня, нулечок огромный, и пробитие голдой есть, но это никак не спасает это ведро, поэтому танк супер слабый. Видим, что обновление бонового магазина у нас такое себе. Из интересных танков всего лишь один. Убирают 4 интересных танка, добавляют 1 интересный танк. Видим огромное снижение интереса к боновому магазину. Дальше переходим к танкам, которые у нас находятся в ветках развития за голду. Буду обращать внимание в основном на высокоуровневые танки, поскольку перечислять огромную пачку низколевельных это будет у нас по времени очень долго, да и смысла в этом нет, я почти в них ничего не понимаю. Кто на этих низких левелах играет, я без понятия. Я играл в 2013 году на низких левелах, купил себе прям танк какого-то там 5 уровня, чинука или что-то такое. 300 или 500 боев на нем скатал, и больше я на низких левелах не играл в принципе никогда. Возможно, кто-то из новичков тоже купит себе какую-то кастрюльку низкоуровневую, покатает сколько-то и уйдет. Либо из игры, либо на высокие уровни. Итак, что же у советских танчиков у нас будет? Уберу Черчилль 3, 5 уровня тяж, который очень известен тем, что он там нагибает 5 уровень, на нем ставят рекорды по опыту. Поэтому танк может заинтересовать. Также уберут ИС-6, который тоже очень простой и, в принципе, хороший льготный ТТ-8. Вместо них добавят очень большую пачку низких уровней, а из высоких левелов ЛТ-4-3-2 за 5800 голды, а это на 54 рубля дешевле, чем если вы будете покупать в прем-магазине за 1300 с хвостиком. Обалдеть, какая экономия. Этот ЛТ хороший. На нем есть 3 отметочки, видосики, стримы на канале. На нем, в принципе, несложно играть, танк хороший. А вот Кировец 1 за 9600 голды. Пушка ужасная, кривущая. 3 отметки тоже на нем есть. Мучений он доставил мне очень много. Броня хоть и есть, но пушка очень отвратительная, танк супер мерзкий. Я его покупал за 15 миллионов серебра в караване, или в чем там он был, я не помню. В общем и целом, танк мне не понравился вообще. Переходим к Германии. Убирают Пантеру М10, хороший льготный танк 7 уровня. Видим, что в принципе все льготные танки из игры куда-то убирают. Уже давно говорили, что льготные танки портят балансировщик, и только через несколько лет начали их убирать. Видимо, хоть и портит балансировщик, но деньги за них нужно из игроков все равно выкрутить. Также убирают Льва. Простой хороший танк, который неплохо так фармит, хорошее пробитие, ставишь досылатель, турбину, закалку и спокойно едешь наебать рандом. Танк, конечно, не имба, но очень простой и не слабый. Что же вместо этого добавляют? Кучу низких уровней и ВК-7501К за 7200 голды. Танк по броне слабый, много уязвимых зон, большое заднее расположение башни, медленный, понятное дело, и огромная альфа, но дать ее тяжело. Пушка кривая. Я бы этот танчик не советовал, поскольку он слабоват.
На том же самом льве и то легче играть. Переходим к США. Убирают Супер Першинга и Крайслера. Оба танки неплохие, но далеко не самые имбовые. Супер Першинг опять же у нас льготный. Крайслер продавался еще и за боны. Но Крайслер, как по мне, портит немного рандом, поскольку особо уязвимых зон у него нет. Пробивать его тяжело, особенно семеркам и шестеркам. А над гусечную полку выцелить тяжело, да и немногие знают, что она пробивается. Что же добавляют? Пилот номер один, который мы уже выяснили, что он мусор. И ТС-5. Этот танк хороший, он был за марафон, я его получил, отметки набил. Видосы стримы на канале есть. Танчик рекомендую, он хороший, ДПМный, но со своими особенностями. Пушка плохо в него ворочается, но ДПМ бешеный. И лобовая броня тоже на месте. У Франции убирают, наверное, один из самых популярных ЛТ 8 уровня. Это ELC Evan 90. Честно говоря, он меня бесит, поскольку он душит все остальные ЛТ 8 уровня. Постоянно играешь против Evan 90. Каждый бой против тебя их несколько штук. И если ты еще играешь на ЛТ большом, то ты вообще никак не можешь пересветить и в свету, и маскировки что-то противопоставить Evan 90 вообще нереально. Поэтому это очень сильно раздражает, и его надо было убирать уже давно. Что же вместо него добавят? Ну, как обычно, пачку низких уровней и Лору 40Т. Лора 40Т это сейчас огромный пузырь, на котором можно кормить танки, которые стреляют фугасами, а их сейчас в игре предостаточно. Танчика в рандоме почти нет, никто на нем играться особо сейчас не хочет, пушка кривая, неприятная. Он, конечно, не слабый этот танк, но и не имба. К тому же еще и очень неприятный, поэтому люди обходят его стороной. Великобритания убирает какие-то низкоуровневые кастрюли непонятные, что они себе представляют, я без понятия. Но также добавят Центурион МК-5.1 РАК за 6500 голды. У него хорошая броня, хорошие УВН и пробитие, нормальная точность, но Альфа 230 это смех. Как по мне, там должна стоять пушка от британского тяжа 8 уровня с Альфой 280. И тогда этот танчик будет в самый раз. Я бы даже сказал, что скорее всего он был бы имбой. Если там бы еще и остался ДПМ. А так это просто нормальный неплохой танк, но альфа, конечно, смех. Туртл МК-1 это хороший танк, премиумный, ПТ-шка с УВНами, с ДПМом, но пробитие у него как у тяжа, не как у ПТ, и по сути играется он как тяж. Но это не значит, что это минус, это просто особенность геймплея. Танк хорош. Китайские прем-танки за голду, Type 64 и 112 убирают, оба эти танки прикольные и интересные. Вместо них добавляют Type 62 7 уровня ЛТ. Никогда он мне не нравился, он во всем обычный, ничем не цепляет. Медленно летит снаряд, сам танк тоже не особо быстрый, и во всех параметрах он простой, как 2 копейки. Ничем он особо не цепляет вообще. Когда-то он был даже редкий, но, видимо, раз добавят его за голду, то редкость его будет приравнена к нулю. 122 ТМ, танк с точной пушкой, с хорошим пробитием, нормальной альфой. Хорошая броня, но ДПМа нет вообще, и скорости тоже. Причем ДПМ прям вообще отсутствует полностью. Там КД больше 10 секунд, там 13 или 14, я не помню. Это просто жуть. Танк, конечно, не самый слабый, но не сказал бы, что самый приятный. 59 паттен, мы уже знаем, что это мусор полный. Японские прем-танки, будет добавлен Type 97 ТК. Это второго уровня что-то. Ничего убирать не будут, потому что у особо это убирать нечего. Польские прем-танки, здесь будет добавлен CS-52 Лис. Это хорошая СТ-шка за 6700 голды. Это там типа 1300 рублей примерно. Он стоит в прем-магазине. Это хороший танк. Прям неплохой. Он и ездит быстро, и броня немного есть. И пушка, в принципе, не самой маленькой альфой. Нормальное пробитие. Танк в самый раз. В Швеции добавят Л-60 второго уровня и Лансен С за 6700 голды. Лансен это УВН, ДПМ, маскировка и неплохая скорость. Единственное, что максималка небольшая. Танк неплохой, но не самый имбовый. Ну и итальянцам добавят Бизонте С-45. Хорошая лобовая броня, особо там каких-то лючков нету на голове. Хорошие УВН, пробитие, барабанная пушка, которая сама заряжается. Единственное, что стабилизации ее нет, она плохая, ужасная. В целом танк неплохой, его можно взять, но вряд ли вы будете прям радоваться этому танку на все 100% из-за того, что пушка кривая. Итак, на какие танки
За голду стоит обратить внимание LT-432, TS-5 американская ПТ-шка, Turtle MK1 британская ПТ. Я думаю, что ЦА картошки оценят 122 ТМ. Мне он не нравится, но ЦА картошки и я это абсолютно разного стиля и класса игроки. Также обязательно нужно обратить свое внимание на CS-52 Lys, польскую ST 8 уровня. Lancen C, я думаю, не так интересен, но тоже что-то из себя представляет. Ну и Бизонты C45 на безрыбье и рак рыба. Вот такое обновление у нас бонового магазина и магазина, так сказать, за голду в клиенте игры. На все эти танки сделаны стримы и видосики на канале, взяты 3 отметки, в строке поиска можете название танка написать и посмотреть про него видео, чтобы более подробно разобраться, надо оно вам или нет. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, играйте красиво, всем удачи и пока.